Встреча лицом к лицу. Районная администрация встретилась вживую с самыми активными пользователями интернет-портала «Добродел». Обсудили эффективность работы сайта. С 2015 года «Добродел» помогает жителям Московской области напрямую обращаться к органам власти с различными проблемами. Будь то плохие дороги, неотремонтированный подъезд, несбитая сосулька или замусоренная контейнерная площадка. Достаточно зарегистрироваться на портале и написать запрос. Ответ от исполнительной власти должен прийти в течение 8 дней. На самом деле хотели обсудить вот эту площадку на соцсетях, которая позволяет вам давать замечания, давать свои рекомендации, зачастую давать нам подзатыльники, что что-то мы не видим, где-то мы спим, что-то мы делаем неправильно, по вашему мнению. Для нас это на самом деле очень важно. Мы вас не расцениваем как каких-то жалобщиков, да, а наоборот, все-таки действительно, по-честному, мы вас расцениваем как наших общественных помощников. По Сергиево-Посадскому району на портал за последний год поступило более 30 тысяч заявок. Из них на сегодня выполнены более 90%. Пользователи больше всего смущают затянутые сроки решения проблем. Причина – долгий путь заявки из Москвы до конкретного муниципалитета в области. Но выход найден. До конца года на портале «Добродел» планируют ввести единый центр управления регионом. Ваше обращение поступило на «Добродел», и оно сразу уходит, например, сразу уходит в управляющую компанию, которая должна сбить эту сосульку, убрать. То есть она минует, вот это обращение будет миновать все вот эти чиновничьи круги. В наш муниципалитет, муниципалитет там заместитель, заместитель в аварийно-диспетчерскую службу, диспетчерская служба своему сантехнику, сантехнику управляющей компании, и только пошли там что-то крутить, да? Сразу напрямую заявка с Москвы будет поступать в управляющую компанию. У районной администрации есть и свое предложение. На сайте администрации открыть альтернативную «Доброделу» площадку, которая сосредоточится на проблемах исключительно Сергиево-Посадского района. На сайте администрации мы хотим разработать специальный раздел, куда все желающие, также кто пользуется активно, неактивно соцсетями, да, и интернетом, мог задать свой вопрос, выложить какую-то фотографию, выложить видео, предложение, проблему. И у нас будет, так сказать, специальная мини-бригада, которая будет заниматься в ежедневном режиме вот этой работы, отслеживать заявки, передавать соответствующие инстанции для решения этого вопроса. Там же планируют информировать жителей о проделанной работе, а также проводить опросы. Екатерина Фурсова, Евгений Шевченко, программа «События».